Во Владивостоке, в бухте труда острова Русский и в акватории Амурского залива в районе станции Угольная прошли профилактические рейды, направленные на недопущение происшествий, связанных с выходом рыбаков-любителей и выезда автомобилей на неокрепшее ледовое поле. В ходе мероприятия сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и 2-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Приморскому краю в очередной раз напомнили любителям подледного лова об опасности нахождения на тонком льду и раздали информационные памятки. Кроме того, сотрудники МЧС России провели оповещение рыбаков по громкоговорителям, установленным в служебных автомобилях. Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается к рыбакам: нарушая правила личной безопасности, вы подвергаете свою жизнь огромному риску. Не забывайте, что ваше безответственное поведение может оказаться горем и для ваших близких. Также Главное управление МЧС России по Приморскому краю обращается ко взрослым с просьбой провести разъяснительные беседы со своими детьми об опасности выхода на тонкий лед. Олег Завьялов, новости на восьмом.